с центра поля. Но пока не дан стартовый свисток, давайте быстренько пробежимся по сначала судейской бригаде. Главный судья этого матча Сергей Красников не вызвали. Но, в общем-то, представьте, да, это было целых 7 лет назад. Ну, а если пробежать Манюк, 93-й Георгий Бугулов. Полузащитники 6-й Кристиан Дросс, Евгений Барсуков, капитан команды номер 8-й, Юрий Ловец 11-й, Валерий Поторочек номер... Атака вторым темпом, Тиманюк! Тиманюк, мяч прокидывает себе в штрафную, прострел, и там здорово на ближний подставлял ногу Барсуков, но все-таки угловой. Здорово Олег Ковалев в этом моменте. Вброс далеко, удар поворотом, а вот и первый, пожалуй, хороший удар в створ. Олег Ковалев на месте, Ковалев. Сиевич. Ну вот какой-то брак присутствует в передачах Гамильчан и в руку Кострову мяча. Пошла подача на дальнюю штангу. Ковалев неуверенно на выходе играет. Вроде бы сначала пошел на мяч, но позже сделал шаг назад. И угловой зарабатывает. Смотрим и повтор. Потороча. Навес. Вот тут мы видим, да. Но все-таки успел пробить Бугуловым. И прострел неплохой. Но все-таки читается. Потороча только там оказывается. Удар издали. Хороший удар. 1-0. Забивают мазыряне. Классный удар Андрея Кобица. И мяч в сетке ворот. Ну вот, первый гол Мозырской Славе в сезоне 22. Забивает Андрей Кобец. Кладину мяч нырнул. Потороча выступает ассистентом в этом эпизоде. По уходящей траектории мяч летел. Классный гол. Действительно, красивое взятие ворот. Ну, 1-0 в пользу гостей. 0-1. Дальше Ромес. Ромес мяч подбирает, тянет его вперед. Ромес вошел в штрафную, отдает передачу под удар все тому же Кобицу. Кобиц удар и 2-0. Нет, не Кобиц это пробивал, а Кристиан Дросс. И выходит вперед Мазыряне, забивая второй мяч уже в первом тайме этой встречи. Дросс вошел в игру по ходу встречи. Смотрим, классный сброс от Ромеса и великолепный удар Кобица. Простите, конечно же, Дросса. Почему-то путаю я 6-й номер с 9-м, а именно почему-то мне напоминают Кобиц и Дросс друг друга. Ну, в общем, 2-0. Ассист записываем и на Ромеса. Тайме. И есть второй тайм. Адеола готовит удар, но поздно его наносит. Попадает мяч прямо в ногу ловцу. Удар издали еще один, и легко Данила Сокол справляется с этим ударом. Но видим, в первом тайме пока здорово. Просто великолепно действует Славия. Создают неплохие моменты у ворот Олега Ковалева. И два прекраснейших удара завершили взять Мозырской Славии. Потороча возвращает на Альшаника. Альшаник. На вес штрафную, на дальнюю штангу. И успевает таки достать. Удар! 3-0! Нет! Мяч выше ворот пролетает. В моментище! Класснейший удар от Ромеса. Ножницы исполняет 23-й номер. Нападающий Мозырской Славе. И с моей позиции сразу показалось, что все-таки мяч в ворота залетает. Смотрим еще раз. Классные ножницы. И чуть выше перекладины приходится этот удар. Впечатление, что положение игры. Покажи момент. Макась! Макась! Удар! И Сокол! Положение вне игры будет зафиксировано. Нет, опустил. Это Пантя. Это Пантя. Подача в штрафную. Ну, там, конечно, тяжело. Гагалашвили Шестиловским соперничать. Удар! И сейвище Сокола! Адеола! Классный выстрел и классный сейв 16-го номера голкипера Мозырской дружины. Удар издали. Ну, сегодня много классных ударов издали. Мы наблюдаем. Уже дважды забивали с таких ударов. Альшаник далеко бросает, в штрафную мяч летит в надежде на Ромеса! Вот это момент. Классно. Там и Ромес мяча. Звучит свисток. Потороча. Да, похоже, это удар и сейв Олега Ковалева. Хорош. 87-й номер. Повтор еще раз. Да, это действительно был классный удар поворотом, но по центру он пришелся и, наверное, должен был справляться с этим ударом Ковалев. Хотя тоже такая неприятная. Жердев отыгрывается с... Удар издали! Классный удар отыгрался в том моменте с Кобицем. Кобиц сбросил под удар Альшанику. И все. На этом встреча заканчивается. Победа мазырян. Вторая победа за 24 года на гомельской земле мозырской команды. И первая победа за 7 лет. Что ж, поздравляем мы мозырских болельщиков с этой победой. Победа по делу. Нельзя сказать, что произошло здесь что-то случайно. Артем Марченко. Всем пока. Услышимся на футболе.